7 августа, братовщина. Вот такой улов у Павла. 14 штучек, общим весом почти 13 килограмм. Павел, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте еще раз. Еще раз. Павел, можно у вас несколько слов буквально для наших потенциальных рыбаков? Как, на что, где, может быть, подскажете нам какой-то секрет ваш небольшой, раскроете, вы рыбак опытный или подобрали ключик? Можно два слова нам? Ну, в принципе, наверное, ключик подобрал, потому что понял, где она стоит, в каком горизонте. Вот, рыба опустилась, стояла ровно в пол воды. Вот. Нашел свои полметра и стал потихонечку ее ловить. Павел, а цвета какие преимущества у нас работали сегодня? Все желтое, зеленое, ну, стандартный шартрес, желтый, белый цвет. Да, маготы, доширак и на твичинге. Ну, в основном все на бомбарду. То есть осваивал бомбарду, как собирался приехать. Понял, понял. Ну, сегодня клевало, скажем, не супер, но для такого дня улов у вас, я считаю, очень хороший. Клевало хорошо, очень много недобора. То есть удар без продолжения, удар без продолжения. Если бы собрать все поклевки в рыбу, я думаю, стола бы не хватило. Понятно. Но в целом рыбалкой довольны? Да, рыбалка удалась. Спасибо, все как всегда на высшем уровне. Все великолепно. Павел, спасибо, что приезжаете к нам. Спасибо. Приезжайте еще, всегда рады вас видеть. До свидания. Спасибо, всего доброго.